Всем привет, меня зовут Марина, но многим я известна как Мимо Марина. И давно на моем канале не было обзоров, вообще никаких. И вот сегодня я хочу исправиться, и ко мне приехала кукла. Это куколка от автора Ания Щадей. Надеюсь, я правильно произнесла имя. Если нет, прошу меня извинить. Наткнулась я на нее совершенно случайно на ярмарке мастеров. У автора есть там свой магазин. Если вы зайдете к ней в профиль ВКонтакте, то у нее там все ссылочки. Давайте перемещаться на пол, открывать посылку и вместе смотреть, что же там в этой коробке весом почти 1,5 килограмма. Ребят, кому нужна пупырка бесплатно, обращайтесь. У меня ее теперь много. Ну, на самом деле, автору большой респект за такую упаковку, очень надежно. В комплекте должна быть сама коробка, кукла с сертификатом, рандомные глазки и, в принципе, больше ничего. Ну и что мы видим? Это обычная, абсолютно обычная черная коробка, без логотипа, без всего, просто черная коробка. Очень все грустненько. О, ух ты! Боже мой, вы посмотрите! У этой девочки очень крутое имя Молда. Миша. Очень мило, очень красиво, очень похоже, главное, на куклу. Вот это я очень люблю, такое оформление. За паспорт определенно плюс. Очень здорово. Ложемент. О, вау! Обалдеть, ребята! Вы только гляньте. У меня подарок. О, Аня, спасибо большое. Какая прелесть. Это парик. Парик с магнитиком из козочки. Очень приятно. Спасибо большое. Какая она прикольная. На самом деле, вот сам паспорт и коробочка очень гармонируют вместе. Мне вот, если честно, прям хочется вот эту прелестную мордашку с паспорта влепить еще и на коробочку. Мне кажется, вообще, даже вот какую-то вот такую этикетку. Представляете, как сразу бы заиграла коробка. Решать не мне, конечно. Я могу только дать совет. Как вы уже все поняли из моего блога, то я очень люблю нестандартную внешность. Я довольна покупкой. Мне нравится ее вот это вот необычное личико. У нее торчат ушки совсем чуть-чуть. Пролеплено очень хорошо. Не супер анатомично, но интересно. Она сама в целом такая немножко мультяшная, кукольная. Очень мне понравился ее ротик. Я видела Мишу еще на стадии разработки, то есть когда она еще была на стадии мастер-модели. И еще тогда мне понравилось ее лицо. У нее не такой, знаете, вот немножко приплюснутый носик. И если честно, то эта кукла мне очень напоминает Мэри Долл Раунд. Не внешне, а вот своей вот этой вот простотой и интересностью. У нее особо нет каких-то там торчащих вен, костей, суперсложных шарниров. Она не какая-то там вся бугристая. Очень простой скульп, простые шарниры. Но, тем не менее, она очень изящная и такая вот прям интересная. Ее хочется прям трогать. Как бы это ни звучало, конечно. Кукла лепилась вручную. Это не 3D модель, это ручная лепка. Я люблю кукол, которые слеплены вручную.
Шарниры здесь одночастные. Кстати, все шарнироприемники проклеены тонюсенькой замшей. Это тоже отдельный плюс. Единственное, тут напутано с резинкой. Если честно, не совсем понимаю, зачем надо два типа резинки здесь. Обязательно спрошу об этом у автора. Это в локтях двучастные шарниры. Плечики обычные. Тяжеленькая. На голове у нее здесь один магнит для парика. И также два магнитика в самой голове. Крышечка похожа на то, как делает Ольга Рейнгард. У ее рейнгардок такая же крышечка. Ну, в смысле, просто срез головы без углубления. Вот здесь автограф автора. Цифра 2. Очень интересно на самом деле, что это значит, почему 2. Скорее всего, номер 2 это молд. Сегодня уже второй день, как я являюсь счастливым обладателем этой малышки, и у меня уже есть кое-какие дополнения к тому, что я сказала ранее. Голова устроена так, что вы ее не снимете. Там нет отверстия, чтобы продеть кольцо, вот это вот высунуть. В общем, голову ей не снять. Это на самом деле, можно так сказать, мое обращение к автору на будущее, потому что многие люди играются с куклами, переодевая их. Это, наверное, самый основной способ игры с куклами. На этой ноте я хочу закончить свое видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите в комментариях, что вы думаете о этой малышке, какой образ мне лучше для нее подобрать. Какой-то легкий или какой-то более тяжелый. Может, смоки айс или что-нибудь такое. С удовольствием прочитаю все ваши идеи, пожелания. Что-то, возможно, учту, что-то мне поможет определиться с выбором, потому что это моя первая девчонка. Вы же понимаете, у меня все мальчишки. Не забывайте подписываться на канал. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Муа!